У берегов Приморья терпит бедствие сухогруз «Амур-36», на борту которого находится 14 человек. Судно, стоявшее на якоре, выбросило на мель во время шторма. По предварительным данным, оно получило несколько пробоин. Утечки топлива, как сообщается, нет. На помощь экипажу уже вылетел вертолет МЧС «Ми-8». Рядом с аварийным судном находится морской буксир и рыболовецкий сейнер «Аквариум». А из города Невельск Сахалинской области вышел спасательный буксир «Рубин».